Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня хотела рассказать вам о моей визе. Сейчас я нахожусь в Боготе и меняю свою визу колумбийскую. Возможно, для кого-то эта информация окажется полезной. Вот, у меня виза была сначала, когда я приехала, на один год мне дали визу, как бы с документом о свидетельстве о браке, да, вот с этим документом мне дали визу. Виза de cónyuge o compañero, она называется. То есть виза супругов, да, как бы. Вот, далее, через год я поменяла визу на снова такую же визу, но уже мне дали 2 года, визу на 2 года. И вот уже я живу здесь 3 года, получается. И сейчас я приехала в Боготу, чтобы менять свою визу на визу резидента уже. И если честно, то я думала, что мне ее как бы дадут, эту визу, и все. На этом я больше не буду менять визу. На самом деле, как оказалось, как выяснилось, буквально вот на днях, сегодня я об этом узнала, что если, в принципе, у меня есть выбор, я могу сделать снова визу супруги, колумбийца, да, то есть, вот, либо визу резидента. Разница будет лишь в том, что виза, которая у меня сейчас, если я ее снова буду, как бы, так скажем, продлевать, то мне ее снова продлят только лишь на 2 года. А визу резидента мне дадут на 5 лет. Вот. И как бы возник такой вопрос, не знаю, как лучше сделать, но, скорее всего, сделаю сразу визу резидента, чтобы как бы на 5 лет забыть и не мучиться. Так вот, получается, с визы резидента, которую я получу сейчас, мне нужно прожить здесь еще 5 лет, и тогда только я могу подавать на гражданство колумбийское. И насколько я знаю и узнала сегодня, уточнила, что мое российское гражданство мне не заберут. Вот, поэтому получается только всего ничего, да, надо прожить здесь 8 лет, чтобы получить колумбийское гражданство. Вот, либо через 5 лет можно снова продлить эту визу резидента, снова на 5 лет, и вот таким образом как бы здесь находиться легально. Боготе, несмотря на то, что холодно, столько много разных красивых растений, деревьев, вот это на рябину похоже. Красненькие такие ягодки. И такое дерево интересное. Там тоже. Здесь. Сегодня я ездила получать один документ, который называется, типа, как бы перевести правильнее. Не знаю, как правильно будет звучать, но, в общем, суть в том, что им нужна была история с того момента, как я приехала в Колумбию жить. Вот я выезжала, да, в Россию, в Америку, там еще куда-то, за всю историю, то есть с самого первого раза. Первый раз я сюда приехала в 2011 году, и вот уехала тогда же, потому что приехала первый раз на месяц. Вот. А потом приехала в 2012 и уже осталась. И после 2012 года, вот куда мы ездили, то есть за пределы страны, им нужен такой документ. Наконец-то сегодня я его получила. Там тоже так проблематично было его получить. На самом деле ничего сложного, но нам сказали, что можно оплатить по интернету. Вот, там этот документ стоил $20, $25, и как бы не надо стоять тогда в очереди. Мы согласились, приехали домой, а эта ссылка, в которой нужно открывать, да, и заполнять все данные, она не работала. Вчера это мы ездили, сегодня снова поехали, сегодня
там на месте, у них на компьютере открылось все, и мы благополучно оплатили, получили этот документ. Для получения этого документа нужно было заполнить такую анкету. Вообще, я прям смеялась, там все подробно про вас расспрашивают. Какой рост, какой цвет волос, глаз, группа крови, имя родителей, дата рождения родителей. Все про мужа то же самое. Вот. Ну ничего, там одна страничка была, я быстро все заполнила. И вот получил этот документ. Теперь мне осталось получить документ от мужа. Он мне пришлет письмо о том, что он просит, да, чтобы дали такую визу вот резидента снова. Она вот требует, эта бумажка требуется и для той визы супругов, и для визы вот этой резидентов. В принципе, не особо отличаются пакет документов. Там копия паспорта, копия последнего выезда из страны и копия визы последней. Вот. Единственное отличие в той визе, которая виза супругов, нужно еще копию, заверенную нотариальную копию свидетельства о браке. И свидетельство о браке здесь в Колумбии вообще интересное. Как бы у нас оно есть, дома лежит, но когда вот требуется документ, то нужно ехать в ЗАГС, как бы там, или в нотариус, где, смотря вы регистрировались, брак, да, свой, и брать как бы обновленный вариант. Не знаю, почему так, но постоянно так нужно. Не старше 3 месяцев должен быть этот документ.